Получить криптовалюту в любое время и в удобном месте стало проще. Компания-производитель биткоин-автоматов установила 20 аппаратов в штате Джорджия. 18 из них было размещено в Атланте, еще два в городке Атенс-Кларк. Генеральный директор CoinSource Шеффилд Кларк сказал: «Наша цель – обеспечить каждому свободный доступ к биткоину». Кроме банкоматов производства CoinSource, в Джорджии установлен еще 101 аппарат, позволяющий производить операции с криптовалютой. По словам Кларка, основными преимуществами банкоматов его фирмы будут низкие комиссионные сборы и бонус в виде абсолютно бесплатной первой транзакции.